Не знаю, как вам, ребята, но мне уже лучше. Итак, время полной открытости. Когда Арчи сказал мне о поцелуе, я приняла это, обдумала, и я решила не держать зла на любимого и подругу. Но не преследовали ли меня эти мысли последние недели? Немного преследовали. И сейчас, очевидно, Бетти и Джакет, вы испытываете последствия. Так что, чтобы все прояснить между нами, Джакет и я должны поцеловаться. Что? Вероника, ты сошла с ума? Стоп, минутку, я не знаю. Постой. Наш с Вероникой поцелуй может помочь. Какой есть спортивный термин, Арчи? Обеспечить равные условия. Бетти, поможешь? Ты не расстроился? Нет, нет, я не расстроился. Хорошо. Но я человек. Что, если будущий я решит использовать твой поцелуй с Арчи против будущей тебя? Поцелуй Вакхед сейчас, в свою очередь, может спасти будущий Бакхед от разрыва. Арчи, брось, это просто глупый поцелуй. Точно? Джакхед? Не пугайся. Просто доверься мне.